Всех приветствую. Это умный увлажнитель компании Polaris. Он с Wi-Fi, 5 литров загрузка бака у него, до 45 метров квадратных обслуживает помещение, управляется через Wi-Fi, поддерживает голосовое управление через Алису и Марусю, непрерывно работает до 35 часов. Так вот, сегодня видео как раз про него. Он ко мне приехал, управляется через телефон, все это дело проверим, покажу вам, распакуем вместе, посмотрим, как он действует. Плюс у него есть функция такая топовая, как теплый пар. Все проверим. Ну что, начинаем. Это обзор увлажнителя Polaris. Поехали. Что у нас по стоимости? Давайте посмотрим, сколько сейчас стоит данное устройство в интернете. Ну, давайте в Яндексе забьем. Модель называется Polaris IQ Home, и вот это PUH9105. Это его название модели. Ну, давайте найти. Где-то есть за 8000 рублей, где-то 8500, есть за 10000 рублей. Ну, скажем так, средняя цена 9000 рублей. Как вы сами знаете, увлажнитель начинается вообще от 1000 рублей, дальше уже по объемам, по возможностям. Здесь круто, что вот киллер фича, что работает с двумя голосовыми ассистентами, которые распространены, Алиса и Маруся. Здесь на борту есть. Подцепляешь к своему Wi-Fi дома, и с любой точки ты можешь в приложении Polaris, соответственно, смотреть, сколько у тебя влажность, температура воздуха, и управлять. Соответственно, дозаливать воду нельзя дистанционно, но если у тебя есть залитая вода, ты всегда можешь это дело контролировать. Плюс, конечно, можно ставить расписание вплоть до недели, то есть по таймеру, когда у тебя он будет там включаться в 10 утра, к примеру, в 3 часа дня выключаться, и так вот будет там, не знаю, понедельник, среда, пятница действовать. Так тоже можно, все через приложение делается. Давайте распаковывать, смотреть, что идет в комплекте. Ого, что такое? Подарок за отзыв. Ну окей. Здесь, так понял, брошюрка про вот семейство именно умных устройств, которые через приложение управляются. Это круто, это современно, это классно. Достаем сам увлажнитель. Вот так вот он здесь упакован. Что еще внизу? Все, внизу больше ничего нету. Провод, я так понял, здесь либо встроен, либо он идет. А, ну вот он, да, здесь встроенный в комплекте. В комплекте, соответственно, само устройство, кабель здесь встроенный. Сзади, я так понимаю, это датчик, который у нас измеряет как раз температуру, влажность. Такая небольшая щеточка, чтобы его прочищать. Соответственно, сам увлажнитель. Пульт дистанционного управления. Здесь 4 режима работы. Вот они основные. Это ночной, автоматический, детский и режим здоровья называется. Плюс, кстати, вот эта вот панелька у нас впереди. Она сенсорная и есть дисплей, который у нас все это дело отображает. Сейчас покажу. В комплекте инструкция на русском языке, это похвально. Гарантия, соответственно. Пока коробку не убрал, основные фишки. Объем 5 литров прочитали, до 35 часов непрерывной работы. Соответственно, это как заявлено. Если ты ставишь максимальный режим увлажнения, соответственно, меньше будет. Это на самом, можно сказать, минимальном уровне увлажнения, вот до 35 часов может продержаться. 4 режима рассказал, здесь есть ионизация, чистый свежий воздух в доме, окей, фильтр с ионообменной смолой, звучит дико, но это здесь есть, ну и функция теплый пар. На коробке больше ничего не имеется, ну и соответственно здесь нам сразу дают понять, что все это работает через приложение, ну значок Wi-Fi, все приложения, все есть, и вот Алиса и Маруся. Это круто. Ну все, давайте подсоединять, смотреть. Пока его подсоединял, заметил здесь картридж. Нажимаешь ароматически. Сюда можно накапать будет, например, на эту салфеточку какое-нибудь ароматическое масло вставить. И запах в комнате, соответственно, будет из-за вот этой, можно сказать, губки тем, которые ты захочешь. Сверху отсюда выходит у нас, соответственно, пар влажный. Все это дело снимается. А при этом... Ну, так это дело трясется. Понятно, что, конечно, трясти не будем, но просто вот факт. Здесь емкость с водой 5 литров. И, в принципе, все, ручка есть. Правда, ну, для большой руки неудобная. То есть у меня, например, пальцы полностью не зарезают, костяшки. А если они полностью зарезут, вот, то мне очень сложно оттуда вытащить. Ну, так, в принципе, вот. Для женской руки пойдет. Для большой мужской руки не особо удобно. Нижняя часть. Значит, через вот это вот отверстие у нас проходит как раз вот это вот дым, пар, вот прям насквозь. С нижней стороны вот сюда вот заливается водичка. Соответственно, так принесли, поставили, открыли и сюда воду налили. Такая штука здесь.
воду налил, соответственно, вот здесь вот у нас находится еще фильтр, через который вода проходит. Это, кстати, приятно. Я до этого такого не встречал ни в одном увлажнителе, чтобы водичка еще через такой фильтр фильтровалась. Ну окей. Так, все закрутил. Теперь, по идее, я его должен вот так вот взять и в таком формате донести. Ну, насчет ручки скажу точно. Ручка здесь, по крайней мере, для меня, она просто супер-мега неудобная. А, у меня костяшки просто болят. Но она маленькая. Она просто маленькая и неудобная. Вот, все. Фу, установили. Сейчас у нас происходит, соответственно, закачка воды. Одеваем. И здесь можно выставлять направление, куда у нас будет дуть. Давайте нажимаем включить. И сейчас нам нужно подключиться к Wi-Fi. Берем приложение. Приложение, кстати, называется IQ Home. Так, вот она. Polaris IQ Home. Заходим. Здесь уже у меня есть учетная запись, я ее зарегил заранее. Добавить устройство. Инструкция наша все. Прочитал. Значит, для начала мне нужно зайти в настройки Wi-Fi и найти в сетях Wi-Fi именно вот этот увлажнитель. Потому что он уже изначально раздает сеть Wi-Fi. Ну, заходим сюда. И, соответственно, вот. PUH9105. К нему подключаемся. И потом мы ему передадим уже свои настройки. Вот, заходим обратно в приложение. Вот, все, он определился. Так, мигает Wi-Fi. Окей, продолжить. Давайте засечем время. Сейчас 13:20. И у нас, ну, практически полный резервуар. Я его налил, он, соответственно, слился. И посмотрим вот на максимальной степени увлажнения, сколько он у нас проработает. Значит, по регулировке, смотрите, сенсорная панелька. Ну ладно, я наклейку пока не буду снимать. Вот здесь я могу проводить, у меня, соответственно, уменьшается, здесь увеличивается. Насколько четко это работает? А если я с середины? А, так тоже делает. То есть я сначала что-то полностью проводил, а здесь можно прямо в серединке, тогда четко получается. Ну да, здесь не надо мудрить, просто посередине проводишь и все это дело регулируется. Я вот хочу, чтобы у меня стоял 7-й уровень. Ну окей. Ну, как видите, по дисплею все, в принципе, можно понять. Он там находится как бы за вот этой вот передней такой матовой пластмассой. Вот, и у нас сенсорные клавиши управления, а здесь у нас включается режим автоматический. Что происходит далее? У нас есть регулировка по мощности, есть также регулировка по влажности. Я могу поставить, ну, не знаю, там 70%, к примеру, вот, хочу к 70 или даже к 75 стремиться. Окей, плюс показывает также температуру. Все эти настройки дублируются в приложении. Есть также вот здесь вот клавиша, и она же есть на пульте управления. Здесь включение, выключение ионизации и режим теплого пара. То есть, к примеру, смотрите, давайте с пульта попробуем. Я включаю ионизацию, и вот здесь вот режим теплого пара. Когда красненько загорается, это режим теплого пара. Также это все дело и отсюда выключается. Вот так вот. Здесь у нас включен режим, сейчас получается, есть детский, ночной. По приложению. Кстати, сразу мне предлагает обновить версию прошивки. Ну, давайте. По самому приложению у нас, получается, здесь отслеживается, ну, и текущая влажность. Мы можем понять, и авторежим у нас включен, и именно к какой у нас влажности стремится. Хотя, получается, здесь написано 75, но в примерной инструкции написано, что в режиме этого теплого пара там максимум 55. Она как-то автоматически вставляется. Ну, ладно, это надо еще будет посмотреть. Плюс целевая влажность. Ну, стоит температура, интенсивность авто. Я могу включать любые режимы, как я захочу. Настройки, ионизацию, подсветку могу выключить. И у нас, соответственно, такой ночной режим. А, нет, это подсветочка получается внутри. То есть вот она, подсветка. Я ее могу включить, выключить. Ну, такая маленькая подсветочка. Наверное, приятная. Так, по факту ее, конечно, не видно. Вот, есть ночной режим, где выключается полностью все табло впереди. Есть беззвучный режим, детский и ночной. То есть это самый такой, самый бесшумный. Давайте, кстати, попробуем его включить. Вот, предустановки. Детский, ночной включен. У нас сразу вырубается подсветка. И получается, наверное, здесь она должна вырубиться. Сейчас посмотрим. Вот так вот выглядит ночной режим. То есть здесь два небольших индикатора, что ночной по Wi-Fi подключен. И все. Ну, окей. Включаем дальше теплый пар опять. Включаем подсветку. Давайте включим звучный режим, и вот здесь режим тогда здоровья. Значит, здоровье, ионизация, теплый пар. Все включили. Плюс можно настроить расписание. Вот такие дела. И направлять, соответственно, в любую сторону.
Вот, ну давай теперь опыт использования будет. Пусть стоит, работает. Посмотрим, насколько чего хватит. По итогу использования, сколько у нас он уже 3-4 дня стоит. Значит, как всегда, это, можно сказать, в ночное время такой, знаешь, небольшой водопадик, то есть журчащий. То есть, ну там внутри понятно, что механизм работает, и ты слышишь, как будто ну, там что-то журчит. А плюс вода, когда там испаряется и начинается слив из основного бака, происходит такой типа буль-буль-буль-буль. Чего еще? Из неудобного. Когда вода заканчивается, вот сейчас у нас, к примеру, теплый пар, неважно, там холодный пар будет дуть. Чтобы долить воды, ты когда снимаешь вот этот бак, когда я еще покажу. Так, засними, сейчас мы его выключим. К примеру, чтобы долить воды, я снимаю вот эту крышку, ну с нее, понятно, капает вода. А я снимаю бак, вот там прям сзади покажи. То есть, понятное дело, что с него тоже капает вода вся, и я должен как-то с ней бороться, и пока я несу, то есть из него капает. Потому что здесь везде вот это вот испарение и так далее. Это единственное, что неудобно. Из того, что у нас было, одна из лучших. То, что я вот подсел, как уже говорил в обзоре, на теплый пар, даже растеницам хорошо. То есть стоит здесь такой себе. Тёмке очень понравился. По итогу использования, вот это то, что выяснилось. А, влажность чувствуется, реально такое ощущение, что ты это, знаешь, как в парнике. То есть, когда если окна закрыты сейчас зимой, эффекты есть. Но вот не очень удобно с доливом воды. В принципе, это все по опыту использования. Самая классная фишка, ребят, здесь, это функция теплый пар. Потому что он реально, он прям тепленький выходит. И из-за него, вот, смотрите, что делать. Вот пар выходит, и вот из-за него получается вот прям здесь вода. Охренеть. Просто это очень крутая тема. Вот именно теплый пар — это очень крутая тема. Снимаю перед вами свою шляпу. Но это я так, конечно, дурачусь. Смотрите, он. Та-дам. Главный тестер пришел. Сейчас он проверит это, как его. Давай. Давай, нажимай все, что хочешь, Тём, надо его на стабильность проверить. Ты же мастер в этом. Вот. Давай, развлекайся. Посмотрим как раз. На ночь. На отказоспособность. Сейчас вам Тёмка продемонстрирует, как можно при помощи вот этой дамы выключить вот этот. Давай, Тём, скажешь? Как надо? Алиса, выключи увлажнитель. Алиса, выключи увлажнитель. О, а теперь попробуй, Тёма, его включи, пожалуйста. Алиса, включи увлажнитель. Давай печеньку, молодец. Соответственно, здесь нам еще открываются возможности, то есть сценариев Алисы. Таймеры, управление не только через колонку, через мобильник, через машину и так далее. Короче, уйма всего. Вот, контроль, значит, стресс-тест проходит уверенно. Пока все работает нормально. У нас увлажнитель, кстати, навсегда. Да, он у нас остается и будет нас увлажнять. Вот. Приощения мамины. Компания Polaris, спасибо, что они его предоставили, ну и как бы нам его оставили. Также будем продолжать пользоваться. По итогу, пока там Тёмка игрался, конечно, время уже практически 7 часов. Ну, можно сказать, плюс-минус 7 часов он отработал. Вот, за это время работал только как раз, типа, теплый пар, и это мне безумно нравится. Это реально, это очень крутая тема, потому что вот на 5 секунд поносишь, у тебя палец мокрый. Вот он, прям, видите? Вот видите, сухой палец. Хопа, о, блестит. Очень крутая тема. Вот, выдул наполовину. Вот здесь как раз эта подсветка, она плюс-минус тебе как раз так под каким-то углом показывает, где у тебя уровень воды. Вот так вот. Так что, классная тема. Вот, всем советую, потому что это, конечно, не опыт использования, но вот это обзор, вообще функции, которые здесь есть, плюс первые впечатления, прям вот так вот. И в комнате вот прям реально ощущаешь, что становится, как знаешь, в тропиках, вот. Потому что от, когда, ну, мойка воздуха, это немножко другое. Вот у нас, к примеру, тоже есть куча и климатических комплексов, и увлажнителя. Вот. Я почему-то приверженец именно вот как раз таких вот, именно теплого пара, не знаю, мне это безумно нравится.
И это ощущается очень круто. Вот так вот. Так что, ну, ссылку на официальный сайт, где этот увлажнитель есть, оставлю в описании. Единственный нюанс, который могу сказать, это то, что его нужно ставить на высоту. Потому что если он, к примеру, вот стоял вот здесь вот, и вокруг него вот здесь вот все получается прям мокрый пол, реально. И ему нужно какое-то место, чтобы он... Потому что видите, как вот этот пар дым идет. Он идет и, соответственно, вниз рассеивается. Чем выше поставить, тем, мне кажется, лучше. Потому что на полу такую штуку вообще держать смысла нету. Ну все. С вами был Илья. До новых встреч. Пока. Давайте увлажнять. Пока.